Всем салют, на связи снова Алексей, канал Техдор. В этом видео покажу вам, как буду переделывать вот эту тележку, где находится пылесос. Вот там вот выглядывает синий бочонок для сбора стружки и опилок, ну и сверху циклон. Я вам, наверное, друзья мои, не буду рассказывать, что такое циклон. На сегодняшний день многие имеют представление, что это такое, как оно работает. Но если вдруг у вас такой информации нету, забивайте в ютубе циклон для пылесоса и полно читаете, смотрите, узнаете. Перейду сразу к делу. Вот эту конструкцию я собрал довольно давно. В принципе, она меня устраивает, за исключением одного но. Как-то вот, ну, некрасивенько и неудобненько выглядывает вот этот хвостик с самим пылесосом. На машине сюда нормально не заедешь. То есть заедешь, но вечно на него поглядываешь. Хотя и машину сейчас в последнее время сюда не загоняю. Но тем не менее, стороной точно обходишь, потому что вот он мне мешает под ногами. Вот, поэтому хочу его перекинуть наверх, а саму конструкцию, вот эту систему, сделать в виде этажерки. Давайте, наверное, вытащу оттуда из-за кутка. Опа! Вот так вот она в профиль выглядит, то есть прямоугольной формы. С правой стороны находится пылесос. У меня, в частности, Hitachi, по-моему, если я не ошибаюсь, C24. Слева обычная бочка пластиковая, внутри вставлены кольца из фанеры для жесткости, иначе ее сожмет, все сплющит, потому что там разрежение огромное создается. Ну и сверху циклон. Следует заметить, что циклон у меня старой конструкции, на сегодняшний день их там, по-моему, 5 или 6 видов уже. Вот, ну и что я хочу сделать? Вот смотрите, после бруска я хочу здесь пильнуть. И вот эту площадку вместе с пылесосом перекинуть наверх. Конечно, предварительно сюда зацеплю пару брусков. Вот, то есть 4 бруска будут торчать, сверху площадка и пылесос. Была у меня сначала одна, не то чтобы проблема, а путаница. Что первично оставлять, или пылесос, или бочку, то есть внизу. Ну потом подумал, что все-таки бочка будет лучше, так как она наполняется, становится тяжелее и более устойчивая вся конструкция будет. Потому что высота у нее получается, ну примерно по моим расчетам, где-то 1,20 м. И если вдруг бочка будет сверху, а отсюда идти шланг к инструменту, случайно за нее дернете, рычаг большой и все, хана. Ну отсюда шланг уже ближе к центру, то есть к тяжести будет нормально. Да, еще хочу сказать про эти рогульки. Довольно удобная штука оказалась. Все сюда можно накинуть, любой шланг, вот тут у меня есть шланги для шлифовалок, электрических, ручных. Здесь вот обычный шланг на 30, на 50 полиуретановый. Вот. Ну, между прочим, после покупки вот полиуретанового шланга пылесос стал справляться и с рейсмусом. Все вылетает прямо смело. Ну и также я его цепляю к циркулярной пиле Makita настольной. Вот, ну, пожалуй, все. Вот такое вступление. Сейчас поставлю видео на запись, молча все сделаю, а потом в конце пару слов скажу и, как говорится, до следующего раза. Результат готов. Время затрачено на переделку немного, буквально там часы. Даже еще рука липнет, краска не успела высохнуть. Кое-какие коррективы внес. Помните, первоначально говорил, что подпорка будет от вертикальных брусьев прямо до нижней платформы. Но из-за того, что бочка, вот она, по своей ширине буквально так вплотную входит, решил стойки не ставить, а сделать укосины. То есть упереть вертикально вот этот крайний брус. Ну и сейчас получилось очень удобно вставлять бочку. Вот там вот с двух сторон ручки. За них берешь так прямо и ставишь. Не мешает. Вот сами укосины. О, краска, краска. Сами укосины жалко не хватило длины бруса вот сюда вот упереть, ну или вот сюда вот так прямо под уклон, ну, лучше сюда, наверное. Ну, ладно, что получилось, то получилось. В принципе, нагрузка получается вот здесь вот идет. Так, далее задние вот эти отсеки сохранил, как видите, сюда все насадки, которые на пылесос идут,
будут устанавливаться. Ну, вот эта нижняя упорная полочка, как есть, так и есть. В нее упирается труба. Вот это вот. Ну, это не мешает нормально. Вот, пожалуй. Да, ну и дополнительно такие рогульки сделал, на которую, как я сказал ранее, очень удобно навешивать различные шланги. Вот здесь чуть поменьше, здесь повыше. Давайте, наверное, наряжу ее как елочку, да покажу уже в сборе. Что очень удобно стало, пылесос наверху можно, не нагинаясь, подключать инструмент любой. Шланг идет, ну, где-то около 80 сантиметров от пола, то есть тоже не низко, так подошел, его схватил. Вот, вот сюда вот завешивать провод или дополнительно удлинитель кинуть, если не хватает длины. Здесь у меня шланги для шлифования тонкие. Ну и вот на эти можно вот так вот накинуть все одной рукой, несподручно. Но тем не менее все довольно удобно. Можно уменьшить кольца, то есть несколько витков добавить. Ну и соответственно вся эта конструкция. Так, один момент. Вся эта конструкция помещается вот сюда. То есть вот, помните, раньше хвост торчал, теперь уже. То есть в любой момент я могу вот так вот взять шланг, сюда подвести близко стол, ну и работать. Если надобность у меня в насадках, то есть полностью выдвинул тележку, развернул, взял насадки любые. Вот. Или можно даже вот таким образом поменять местами. Соответственно, вот эти узкие шланги перекинуть туда, если в них потребности нет. А вот этот более по диаметру побольше навесить с этой стороны. И получается, что тут доступ будет ко всем насадкам быстро. Если с учетом того, что именно вот эта этажерка находится у вас у стены. Но как обычно показывает практика, если мы работаем, мы ее полностью выкатываем рядом с рабочим столом, ставим и все. В дальнейшем хочу, наверное, пожертвую вот одной стойкой, может быть, а может быть и нет. И хочу сделать вот такой удлинитель, через чего будет, то есть к нему будет закреплен шланг, чтобы он не на полу болтался, а висел прямо над самим столом. Не знаю, посмотрим, как она сама система это будет в дальнейшем работать, устойчивость ее. Ну, если покажется положительная сторона, значит сделаю вот этот удлинитель поворотный. Ну все, вот такое видео. Я с вами, как говорится, не прощаюсь. Пока.